Всех приветствую. Сегодня у меня распаковка, причем распаковка такая велосипедная. У меня фонарик и спидометр, велокомпьютер. Так, начнем с этой посылки. Да, тут у меня фонарик для велосипеда. И посмотрим, что он из себя представляет. Он задний, передний. Так, вот такой продается. Экспресс за 50 рублей. Примерно такой. Так, не знаю. Ну да, такой же. Сколько он... Так. И в итоге тут нужны аккумуляторные батарейки. Причем мизинчиковые. Так, ладно. Это отложим. Смотри, есть у меня батарейки. Ладно, скоро мне батарейки появятся. И я покажу, как он светится. Пока спрячу. Так. Ну, честно говоря, фонарик совсем неудачный. Ну, мне кажется, на первый взгляд. Такой хрупкий. Ну и велокомпьютер. Сейчас мы его посмотрим. Вот эта вещь. Запакован он. Отлично. Смотрите. Такой китайский воздух. Ну, ничего не будет. Можно хоть бить. Так. А здесь есть батарейки? Такие. О, какая красота. Посмотрим, что у нас себя представляет. Комплектация у нас идет. Сам его компьютер. Инструкция, такая мануалка на английском языке, инструкция довольно понятная. Так, что у нас, крепежи, он не он проводной, я не люблю непроводные, там и там нужны батарейки. Так. Крепежи, веревочка. Упаковали мне его на ура. Так, батарейка, к счастью, есть здесь. Только вытащить надо. Так. Да. Заблокирована батарейка. Сейчас я ее разблокирую. Итак, пленочка здесь даже есть. А, это на пленке все нарисовано. Сейчас пленку сниму. Так. Сейчас я его настрою. Это, как понимаю, размер шины. У меня он 21-14 должен быть. Так. Опа. То есть он перед включением предлагает сразу установить. Сейчас я еще раз батарейку выну, чтобы заново. И покажу, как это настраивается. Когда я первый раз настраивал, другой. У меня вызвало очень много затруднений. Вот он показывает что-то. Так. 4. Это вот эта клавиша. Выбор. Так, нам надо выбрать 2114. Так, следующее. Это у нас, как я понял, 12 или 24 часовое. Так, так, часы. Сколько же время? Настроить точные часы. Знаю, что так,
18:58. Это что? А, это километраж, который проехали. Ну, еще нисколько не проехали. Все. Теперь надо настроить время еще раз. Дистанция. Тут очень много. Большой выбор, может. Ошибка какая-то. Так. Вот видите. Ну, на самом деле, тут очень много параметров. Сейчас попробую еще раз настроить время. Так, прочитал. Вот эту клавишу. M-моде держать 2 секунды. И тогда можно будет опять настраивать. Так, четверка должна быть. Ну и продолжение вот это. Так, 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 вот. Уже, наверное, 19, не, 18. Я успею набрать, пока он не переключился. Все. Все настроено. Ну, тут более подробно можно все узнать. В этой брошюрке, в этом, этой мануалке. В принципе, очень хороший. На первый взгляд. Велокомпьютер. Так. И самое интересное, что здесь пятизначная цифра. Обычно на велокомпьютерах четырехзначная. И фирма-то известная. Инвайк. Все. Теперь буду смотреть, как он себя покажет в работе. Забыл еще про это рассказать. Как он сюда... ходит именно не то, что сверху, а с поворотом. Это удобно, потому что он не соскочит, как обычно бывает. Так, смотрим, где сам провод? А, вот провод с магнитиком. Сейчас я повешу на велосипед, это все. И завтра я поеду уже с велокомпьютером. Буду считать дистанцию и скорость, на которой я езжу. Очень удобная и нужная вещь. А вот магнитик сам, который крепится к вилке. Так. Ну, вы понимаете процесс, да? Этот к вилке, этот к спице. И когда он крутится, он считает круги. Считает, сколько оборотов сделано. И, соответственно, умножает и получает километраж. Здесь не покажешь. Скорость. Так вот, установил я компьютер. Он показывает, там есть подсветка, он показывает скорость, дистанцию, среднюю скорость, температуру воздуха. Даже так. Конденсация скорости, ну не знаю, что это такое. Одометр, время поездки, секундомер. Ну, короче, там очень большой объем информации может храниться. Я дам ссылку на этот товар, там будет все описано. Описание очень хорошее, даже видео есть, видео описание этого спидометра, как я его по-русски называю, на велокомпьютер. Вот дальше вот вставил сюда батарейки, вот фонарик. Тут 4 мизинчиковых. Сейчас посмотрим, как он светит. Тут 3 режима. Один. Второй такой, ну не знаю, зачем вообще он. А тут 2 режима. Всего 2 режима. Ну, стоит на копейки, тоже ссылку дам. Если надо, покупал я его не на Алиэкспрессе, а на каком-то ножом, скорее всего. Ну, вот так вот. В принципе, неплохо освещает. Дорогу будет освещать. Рассчитывал на лучшее. В Алиэкспрессе стоит такой 55 рублей.
Ну и задний. Ну, задний там подороже стоит, реально. Посмотрим, сколько он. Заказывал это все дело на Жуме. И второй. Фонарик. Здесь тоже, да. Две батарейки. Тоже мизинчиковые. В этом фонарике две мизинчиковые батарейки. Смотрите, сколько тут режимов. Один. Просто два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь режимов. В принципе, он этого стоит. Передний фонарик, я думаю, не очень, но, в принципе, он горит. Я его сегодня повешу себе. Все, ссылка на все товары в описании. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Я не прощаюсь.